В 2013 году Владикавказ наблюдал одно из самых трагичных событий в истории республиканского спорта – развал футбольного клуба «Алания». Проблемы с финансированием, потом и вовсе его отсутствие, вылет из премьер-лиги, уход сначала приезжих, а затем и местных игроков. Подобному риску сейчас подвергся еще один вид спорта в республике. Уже третий месяц волейбольный клуб «Эристон» претерпевает финансовые трудности. Игроки даже не смогли пройти необходимую физическую подготовку. Мы пока на чемпионат не заявились, хотя у нас заявочный день был 26 августа. Но тем не менее федерация наша идет нам навстречу, дает нам время отсрочки, надеясь на то, что все-таки ситуация стабилизируется. Заявиться пока не удалось, заявочный взнос проплатить не удалось. Команда существует уже более 20 лет и периодически сталкивается с трудностями. Но подобные проблемы возникли впервые. Шансов попасть на чемпионат с каждым днем становится все меньше. А возможность сохранения волейбола в республике после такой неудачи стремится к нулю. Тем не менее, игроки команды до последнего надеются на лучшее и продолжают тренироваться. Желание у игроков играть есть. С других городов игроки приезжают в команду, хотят играть у нас. Но, как видите, из-за плохого финансирования не получается. Даже нет возможности нормально тренироваться. Вот у нас команда, сезонную подготовку мы не прошли, то есть получается сейчас мы к сезону практически не готовы. Если сейчас команда снимется, то это уже все, это команды больше не будет. Это надо очень много желания с руководства, чтобы снова возобновить команду, поэтому не хотелось. Вроде бы нас на бюджет поставили, но до команды пока деньги не доходят. Несколько приезжих игроков уже покинули команду. Администрация клуба, тренерский состав и игроки команды последнюю надежду возлагают на руководство республики. Сабина Лаборова, Алан Гасанов, Тимур Мазаев, Осетия ТВ.